Так я в руках держу лапочку для бисера. Это лапка для пришивания бисера бусин 6 мм. Лапочка прозрачная, работать с ней очень удобно, показать ее довольно-таки сложно. Вот это передняя часть этой лапки, мои бусины, диаметра 6 мм, входят вот сюда. И проходят они вот таким образом под лапкой. Пришивать мы будем строчкой ступенчатый зигзаг. Вот таким образом лапка прижимается. Мы вставляем бусины. По мере продвижения бусины спокойно проходят сквозь лапку. Так устанавливаем лапку. Входим в 9-е меню. В параграфе 9.1 находятся строчки с дополнительными лапками. Здесь мы можем выбрать строчку для пришивания бусин. Если вы не сразу выучите меню машины, абсолютно ничего страшного в этом нет. Вы можете воспользоваться подсказками в самой машине. Достаточно для этого нажать знак вопроса. Вот я хочу использовать 10-ю строчку. И мы выбираем ее. Строчка для нашивания бус. Мы читаем описание. Для нашивания бус, бисера и так далее требуется дополнительная лапка для бисера. И номер заказа, по которому вы можете заказать данную лапку. И мы нажимаем на кнопку ОК. Ширина строчки установленная 8 мм. Мои бусины 6 мм проходят. Расстояние от одного центра бусины до другой 8 мм. Поэтому шаг строчки я устанавливаю 8 мм. Для того, чтобы моя строчка красиво обрамляла каждую бусину. Поэтому при выборе шага обращайте внимание, измеряйте расстояние от центра одной бусины до центра другой бусины. Лапка имеет увеличительный такой вот эффект. Когда я смотрю на нее прямо, первая бусина выглядит больше, чем остальные. Я хорошо вижу иглу, куда она войдет, и хорошо вижу бусин. Так мы установили с вами иглу. Шьем на замедленной скорости. Скорость в этой машине можно регулировать двумя способами. Первый, самый простой, это при помощи педали. Ну, например, когда я впервые села за эту машину или когда я впервые начала работать с этой лапкой, я так волновалась, что немножко так, знаете, нервно давила на педаль. Поэтому есть вот такой второй способ. Нажимаем вот эту кнопочку. Это регулировка скорости в машине. Удерживаем ее и опускаем бегунок вниз до минимальной скорости. Начинаем. Как видите, аккуратно шагает игла через бусины. Тем не менее, мы не спешим. Действуем аккуратно, чтобы игла случайно не попала на бусину. Будьте аккуратны также на разворотах. Вы можете видеть, что машина Pfaff Quilt Expression 720 с системой IDT не только красиво пришивает бусины, но и дополнительно создает вокруг них словно огранку ювелир. А благодаря тому, что мы правильно выставили шаг 8 мм, каждая бусина находится у нас действительно в огранке. На первый взгляд вам могло показаться, что вышивка бусинами процесс долгий и сложный. На самом деле это совершенно не так. Помните, вначале я вам говорила, что уменьшите скорость до минимальной. Это нужно ровно для того, чтобы вы убедились в том, что вы выставили правильные настройки. Как только вы на медленной скорости убедились, что выставлено все правильно, вы можете ускориться и шить уже значительно быстрее. Стоит
и нужно замедляться, если вы выполняете по сложным линиям, у вас много разворотов, много углов, тогда мы замедляемся и действуем более аккуратно. После того, как я вышила все, что хотела, нажимаем на кнопку закрепки. И машина самостоятельно закрепляет строчку. И не только закрепляет, но и здесь встроена автоматическая обрезка. Она у меня активирована. Закрепка в начале шитья, закрепка по окончанию шитья и обрезка верхней и нижней нити. Это очень удобно. Кстати, мои бусины фиксируются сзади, позади машины на держатели для пряжи, которые идут в комплекте с лапками для вышивания пряжей. В следующих видео я обязательно покажу вам, как работать с этими лапками. Поверьте, они выполняют очень-очень красивые рисунки. Хочу вам сказать, что у меня есть практически все лапки, которые только можно купить к этой машине. Я пользуюсь только оригинальными лапками. У меня есть на это тысячи причин, о которых я вам с удовольствием расскажу и покажу наглядно, потому что у меня есть еще полный комплект аналоговых лапок. Если вам интересно, пишите обязательно в комментариях. Я вам обязательно покажу отличия. Я покажу вам разницу в строчках, как выглядят строчки родными лапками для этой машины и аналоговыми лапками. Вы наглядно увидите, почему мой выбор именно оригинальные лапки. Это чудная машина вместе со всеми аксессуарами. Как и многое из того, что есть в моей мастерской, я приобрела в интернет-магазине «Швейный мир». Можете приобрести и вы. Воспользовавшись промокодом Lorain, вы получите приятную скидку, бонус на эту и вообще все покупки, которые вы совершите в этом интернет-магазине.